В 2 часа ночи была авария по данному адресу. ФВС прогнозно дает, что причиной стал гидроудар ввиду отключения электроснабжения, а потом электроснабжение восстановилось, то автоматика сработала. И одна из причин, что это был гидроудар. Труба трехсотка разорвала, вырвала кусок трубы. Вытекание 400 кубов в час, поэтому залило, в принципе, всю площадь третьей дачной. Залило трамвайные пути, поэтому с утра сюда были все коммунальные службы, кто там задействован. Аварийная служба Горэлектротранса и техника нашего предприятия Дорстрой. И до сих пор продолжаются восстановительные работы КВС. До 18 часов прогнозно дает восстановление водоснабжения. У нас задействовано порядка 38 многоквартирных домов, в том числе и котельные, которые дают тепло. После этого, как будет восстановлено водоснабжение, мы будем запускать тепло в наших многоквартирных домах. Дано поручение председателю комитета ЖКХ до каждого стояка, до каждой квартиры пройти и доложить мне в любое время, когда бы ни было, о восстановлении тепла в наших жилых помещениях. Маршрут номер 3 запущен после обеда. Часть подвижного состава была переброшена на другие маршруты. Сейчас идет возврат. На сегодняшний день продолжается уборка наледи. И в ночное время здесь будет произведено с вывозом дорог и площади, чтобы утром у нас была другая картина. Пообщались с жителями на остановках, выслушали нарекания и предложения по частоте и движению подвижного состава по маршруту номер 3. Поэтому совместно с Робертом, художником, руководителем, все это принято к работе. Понятно, что люди просят, особенно в вечернее время, увеличить частоту движения, потому что утром в час пик жалоб нет, а вот в вечернее время горожане высказали такое предложение. Поэтому будем стараться исправлять ситуацию. Ну а что касается нашей аварии, которая произошла сегодня ночью, даны все поручения. Завтра утром все должно быть в надлежащем виде. Вот все-таки по срокам, когда тепло будет полностью подано? В 6 часов вечера восстановят водоснабжение и начнет запуск системы. Но они берут сколько несколько это примерно, часов. Да? Несколько часов. Я думаю, что часа 3-4. Ну, можно сказать, 20, к полуночи нет. Будет тепло, да? Да, ориентировочно, да. Буду ждать звонка, мы проинформируем.